Ну его соперник. Я вчера общался. Полутяжелый вес. Ну, пока разведка такая совершенно очевидная. Ну, класс этот ринг, он уже здесь выступал. Бивол. Ну, довольно уверенно Бивол держится. Вегас не идет на обострение, пытается уходить. Останавливаться уж точно нельзя. Это вот как раз Дима очень хорошо вот лишает вот этого пространства. Да? Загнал в итоге в угол. Он может акцентированно ударить, потому что встать на ноги плотно, трудно, спиной у каната. Проданы все билеты. Да. Сегодня. Недавнего прошлого. Здесь же у нас в Москве где-то лет 5 свободно. Да, и даже к решающему бою, к главному бою не набирался. Да. Сегодня тенденция понятна. Уже публика привыкла, что в Москве. Да. Городом профессионального бокса Москва становится. Мы уже давно это наблюдаем. Второй раунд, друзья, первый прошел Бивола. Ну, преимущество больше сказывалось просто в активности, да, и в его действиях. Да, надежно защищается, даже у каната. Но, тем не менее, инициатива, конечно, инициатива, да. Конечно. Смотрите, он даже заметно. Раунд обратил внимание, что даже когда он вторым ударом, да, бросал, он не вкладывался, он так легко. А сейчас он стал, да. Ну, фотит ли вторым номером его соперник, вот. А соперник как раз вкладывается в удары. Ну, да, да. Ну как? Да, ну вот прошел. Комбинация прошла. Низкий нокаут. Следующий бой был трехраундовый у него. Ну, не бой трехраундовый, а победа была в третьем раунде. Бесказанной комбинации. Я думаю, дать по очкам. Поставить профессиональную точку. Так опрометчиво. Он хорошо плечом перекрывает. Да, да, мне вообще в нем профи. После того, что левая рука низкая, а на плечо высоко поднято, трудно очень. Мы вспоминали Мэйвезера. Вот у него похоже, что плечо перекрывает полностью. Ищет пока подходы к своему сопернику. Ищет слабые точки, которые довольно надежную защиту демонстрирует Джо. Да, да. Он во втором раунде уже стал пожестче бить. Я думаю, что в третьем раунде. Ну вот смотрите, левый прямой, абсолютно лучка ниже, поэтому. Еще раз скажу, пропустил что Вегас справа. И Сухоцким очень надежно перекрыт. Вот это очень хорошо и очень важно для боксера. Уметь защищаться. Перед задачей выиграть по очкам. Ну не скажешь, да, ну не скажешь, он уже выцеливает, конечно. Да, да, удар у него наверняка есть. 10 побед нокаутом. Да, вот попал, попал, по прямой стал уходить. Чувствительно, да. Здорово, здорово. Надо продолжать, сейчас, надо продолжать. Да. Сознательно стал на колено, друзья. Ну, да. Сколько осталось? Он пропустил удар и стал по прямой уходить. И тем самым дал возможность догнать. Нет, Евгений Горшков продолжает, спросил, да. Может, перекрыться, лучше поднять руки. Раунда. Не так спасается, мало, да? Спасается, спасается. У него есть шанс закончить бой досрочно. Хорошая длинная серия. Ну, молодец, смотрите, молодец. Перекрылся. Вегас. Ничего, ничего, ничего. Все правильно делать. Перекрыть надо до конца раунда. Вот канатов, да. 12 секунд. О, вот это вот. Да, справа. Да, увесистый. Молодец. Здорово. Да. Ну, конец раунда, может быть, нет. А вот, собственно, и гонг. Да, вот это гонг. Два нокдауна, причем второй очень серьезный. Если первый раз сознать, то у нас уже да. Не оставаться, да. Ну вот да, он здорово настигает, режет, да. Ему углы. Настигает, да. Но должны быть обманы, его уйди вправо в бокском боксе. Ну, бесконечно уходить тоже, мы знаем, невозможно. Ну, тем да, более с таким соперником, да. Прошел хорошие боковые. У Димы хороший удар. Это еще в любителях было заметно. Изматывает соперника. Вот, вот это он плохо упал сейчас. Сейчас это... Удар был не сильный. Только по перчатке, только большой. Давайте смотреть. С этой точки. Да, вот а, снизу, да. Да, был. Снизу, снизу вскользь левый, вроде, да. Апперкот. Вот так, друзья. Технический нокаут. В четвер. Вот это вот.
мог своей перчаткой попасть себе в глаз. Возможно. Ярко выражено не было. Бил левой, как раз попал по его руке. Но вот уже фирменная капа у Дмитрия, мы видим. Русская фамилия. Да. Фамилия боксерская абсолютно. Да, если звучание русского слова. На капе надо сидеть. Бивол, да. Причем ассоциации самые мужские. Да, кстати, он закончил институт Левгаста. Да, да, он третий бой, третий убедительнейший. Вот это. Ну вот вы все слышали, друзья. Еще раз.